тебе больше понравилось как? Вот такой акварелькой? Интересно, конечно. Интересно. Тоже будет навык. Тоже будет навык, да. Вот впервые они ознакомились с техникой шерстяной акварели. Заняться творчеством, пообщаться и получить бытовые базовые навыки. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут это сделать в тренировочных квартирах, которых в Ульяновской области 6. Одна из них начала работать в этом году на Малосаратовской, 5, в областном центре. Этот проект у нас официально заработал с 1 ноября 2023 года. Мы выиграли региональный грант субсидий при поддержке нашего правительства и, соответственно, фонда президентских грантов. Эта квартира начала работать немного раньше. Мы ее получили от соцзащиты, отремонтировали и, соответственно, уже начали с ребятами заниматься вне рамка гранта. Под присмотром специалистов люди с ограниченными возможностями здоровья учатся готовить, ухаживать за вещами и совершать покупки. В среднем курс рассчитан на месяц, но для каждого срок индивидуальный, в зависимости от обучаемости и желания освоить новое. Помимо домоводства в тренировочных квартирах прививают и финансовую грамотность. И даже на минимальном уровне необходимо рассчитывать, делать какие-то покупки, планировать эти покупки, планировать день, неделю и месяц. Коммуникация также развивается на нашем проекте. Дети, помимо того, что общаются между собой, они учатся все делать в команде. Обучение на Малосаратовской, 5, проходит в будние дни. Занятия для всех бесплатные, обеспечивают родители и опекуны только текущие расходы. Например, оплачивают покупки в магазинах. Пройти обучение могут дети от 14 лет. Для этого можно связаться со специалистами через социальные сети проекта. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.